Жена мужу. «Ты зачем взял новый пакетик с чаем? У старого уже ниточка стерлась. А новую пришить? Что, рук нет?» «Здравствуйте. Это квартира Соколовых?» «Да». «Я Алексей Краснов. Я буду жить у вас». «Подождите, с чего это?» «Вы вчера программу на компьютер устанавливали?» «Да». «Лицензионное соглашение до конца читали?» «Нет, никто же не читает». «Ну вот, а там в конце маленькими буквами про то, что я буду у вас жить». Беседуют две бабки. «Петровна, я не могу понять, как ты живешь со своим Васькой? Он же сует свой нос буквально куда угодно». «Да ты знаешь, когда я была молодой, мне это нравилось». Новый русский на охоте пускает из лука стрелу. Бежит за ней, находит в болоте, а рядом лягушка сидит. И говорит лягушка: «Возьми меня домой, посади на подушечку, поцелуй, и я превращусь в красавицу». «Домой тебя возьму, на подушечку посажу, а целовать не буду». «Почему?» – спрашивает лягушка. «Красавиц много, а говорящая лягушка прикольнее». Разговаривают два друга. Один из них спрашивает: «Слушай, чё это у тебя за белые пятна на штанах?» Тот отвечает: «Да вот пришел к девушке, ну мы с ней то все, собрался уходить, штаны надеваю. И что? Ну, лучше поздно, чем никогда».